25 марта текущего года губернатором области в День работника культуры было объявлено о старте новой программы «Культурный экспресс». Сейчас завершается первый ее этап. «Культурный экспресс» ездит по Вологодской области, представляет творчество наших лучших государственных коллективов жителям отдаленных поселений, сел, деревень, городов. В рамках «Культурного экспресса» есть несколько, условно говоря, страничек. Страничка театра, страничка большой, хорошей классической академической музыки, страничка кино, страничка ремесел, страничка фольклора. Вот все эти направления позволяют возможность людям, которые не так часто бывают в крупных городах, да иногда даже в районных центрах, увидеть на своих родных, привычных сельских площадках действительно то, что дают наши коллективы. Увидеть у себя в сельском клубе выступления актеров драматического театра, театра для детей и молодежи. Юные зрители с удовольствием смотрят выступления кукольного театра. Услышать высокую музыку в исполнении лучших наших коллективов Губернаторского оркестра народных инструментов, ансамбля «Русский север». Увидеть практически произведения искусства, сделанных мастерами нашими, ремесленниками, поучаствовать в мастер-классах. То есть очень широкая возможность. Ну и надеемся, что все больше и больше вологоджан будут приходить в свои клубы, в свои дома культуры. По-разному, на разных площадках проходят мероприятия для того, чтобы быть в теме, быть вместе со всей областью, ну и, конечно, наслаждаться творчеством наших коллективов.